Амурчик, ребята. Амур небольшой, кажется. Да, да, да. Амурчик на кукурузку. Клево всем, друзья. Меня зовут Еременко Виталий, и вы на канале «Клево всем ловите рыбу с нами». Сегодня я приехал на один из степных водоемов края. Сегодня я с поплавочной удочкой. Последние дни апреля. У нас заливало все дождем. И вот сегодня единственный день без дождя. И так получилось, что он у меня и выходной. Завтра опять дожди. Я рванул на ближайший водоем, недалеко от города. Попробовать на маховую поплавочную удочку поймать карасика. Водоем интересно, давно здесь не был. В водоеме есть карась, причем есть крупный карась, есть карп, сазан, толстолоп, амур, судак, щука, окунь. Ну, в общем, весь комплект. Я с удочкой не знаю. Здесь сеть водоемов, 3 или 4 водоема. Это второй или третий. Давно тут не был. Скажем так, даже не так. Я ловил раньше на первом. И судака ловил, щуку ловил, карася ловил, всякую мелочевку ловил белую. Все ловил на фидер. С удочкой я здесь в первый раз и поехал дальше. Интересное место. Буду пробовать ловить на поплавочек. Погнали, друзья. Мне по случаю попала новая прикормка. Дали на пробу, сказали на, дегустируй. Это новая серия прикормки от Миненко. Дали 3 пачки разных. Вот эта прикормка. Чемпион 2000, фидер. Уже говорят, есть продажа. Я не знаю, если действительно. Я в магазинах очень давно не был. Я купил последнюю свою прикормку. Накупил по распродаже, когда была у Миненко распродажа, не помню, с чем связанная, я пачку, упаковку купил, разные набрал, и я ей до сих пор ловлю, так как еще редко езжу. Большого расхода зимой, по весне ее нету, поэтому у меня еще много. А тут дали, пробуй, дегустируй. Это упаковка шикарная, очень приятная в руках. Новая серия. Эта серия выпущена на 20-летняя фирма Миненко. Вот написано 20 лет Миненко. Будем пробовать. Вот фидер. Отлично. Отлично. Годен. До какого времени указано годен. Все отлично. Упаковочка классная. Потом вот такая. Про эту сказали, еще не знаю, есть ли она в продаже. Это у меня Flat Method бисквит. Петр Васильевич, основана в 2003, 20 лет. В общем, вот такая вот прикормочка, молодой Петр Васильевич. И вот такая зеленая прикормка, карась-чеснок. Вот сегодня я ее буду пробовать. Очень интересная прикормка, пачка килограммовая. Чемпион России. В общем, интересная прикормка. Сегодня я вот эту буду пробовать. Что у нас тут? Ага. Все отлично, как обычно. Удобная для вскрытия. Пачки классные. Классные, на ощупь бархатистые. Такие плотная упаковка, дорогая. Класс, мне это нравится. Ай, красавица. Ох, запах чеснока в нос ударил. Нифига себе. Вот это да, классно. Вот такая прикормка. Запах просто ядреный, ребят. Просто. Как будто действительно чеснока надавили. Что тут? Пшеница. Вижу. Есть. Очень много пшеницы, ребят. Очень много дробленой пшеницы. Именно пшеницы. Крупных таких. То есть любителям перловки. Да, пшеничка. Пшеничка. Ну, есть мелкие-мелкие частички кукурузы. Вот такая. Мелкие.
То есть пшеница покрупнее, кукуруза помельче. Запах убойный. Просто сногсшибательный. Тут, мне кажется, если так вот будет толпа сидеть, ветерок подует, и метров на 100 все будут чуять. Вот такая вот красавица. Прикормочка. В принципе, те, кто любит именно арому чеснока, блин, запах убойный. Запах убойный. Ну, прикормку буду делать тяжелую. Добавлять в него резаного червя. Как она ведет в воде, не знаю. Для меня вот приехал, встретил тут друзей. И они мне говорят, на пробу. Давай. Еще чуть водички. Птички поют, класс. Люблю весеннее утро. Просто. Так, слегка комкуется. Есть чуть-чуть, буквально слабенько-слабенько. Было бы мелко сильно, значит, возможно, не будет пылить. Водички по чуть-чуть добавляем. Все, первую партию воды добавил. Чеснок, говорят, убойно работает на карася. Я, если честно, его использовал несколько раз и неудачно в разных водоемах, в разное время. Поэтому сейчас для меня это будет эксклюзив. Посмотрим. Ну вот, последнее видео, можете зайти посмотреть его. Я ловил на одном из каналов. И там я заметил еще по прошлым разам, плохо работает животный запах прикормок. Мои любимые мидио, то что на степняках они порой просто бахают страшно, мидио, октопус и тому подобное, вот на том, в том канале почему-то пролет. Рыба заходит, но не активно. А вот я думаю, именно чеснок там будет шарашить. Он очень ядреный, рыбаков много, и вот вода мутная, и вот как раз выделить ядреным батоном, а там запахом конопля и чеснок, я думаю, там будет пахать. Ветерок подул, стало прохладненько. Отлично. Все, готово. Оставил прикормку для подкорма. Все, вот с этого хватит пока. Я всегда при ловле карася вам говорю, можно сделать перекур с полчасика. А сейчас этого говорить не буду. Здесь есть амур. А амур, он обожает закормы.
Он обожает вот эту вот прикормку, которая падает, пылит. И вот он на эту прикормку собирается очень быстро. Бывает, просто в лед заходит. Поэтому начну с ловли на кукурузу. Мне недавно попался шортс в ютубе, как одевать кукурузу. Это было что-то с чем-то. Ребят, кукуруза одевается просто. Не вот так. Смотрите, какой крючок нужен. Вот 10 номер крючка. Она одевается за самый-самый торец, за кончик. Вот так вот, под самую корочку просто. Все. Вот она одета, за корочку держится, крючок свободный. Все. А не тот бред, что там показывают. Стывает поплавок. Все, первый пошел, ждем рыбку. Решил кое-что замутить. Собрал фидер и решил на него попробовать поймать судака. Сейчас поймаю уклейку, насажу. Там, не крупную уклейку надо. Судак сошел с яиц как раз сейчас. И можно уже его ловить. Нет, это не уклейка, ребят, это не уклейка, это подлещик. Но уклейка есть, и она клюет. Вот она. Вот она. Помельче была бы, было бы лучше, но ничего. Просто взял обычный фидерный монтаж, привязал грузик вместо кормушки, поводок 0,3. И вот такой у меня самый нашел, что большой крючок, другого нету. И вот, вот так вот раз. Далеко кидать не надо. Все. А вдруг забросил, а вдруг клюнет. Друзья, спонсор канала — интернет-магазин мебели, студия мебели мастерская. Большой интернет-магазин, более 10 тысяч товаров, большая складская программа, мебель, которая есть в наличии на складе, поставка по Краснодару или при самовывозе 1-3 рабочих дня после внесения предоплаты. Если товар является складской программой, но нет наличия, поставка в течение 2 недель, заказные позиции в течение месяца. При заказе до 50 тысяч рублей, предоплата 1 тысяча рублей, остальное при получении товара. Кухни, спальни, прихожие, детские, столы, стулья, огромный ассортимент. Заходите, смотрите, мебель очень качественная, от лучших фабрик России. Цены на сайте всегда актуальные. Цены очень приятно вас удивит. Заходите, смотрите. Вот магазин отличный. Так, давай, 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 на кукурузку кто-то взял и ведет аккуратно, не спеша. Оба, 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 оба. А вот это интересно, на кукурузку кто-то. Амурчик, ребята, амур небольшой, кажется, да, да, да. Амурчик на кукурузку. Оба, есть. Есть. Вот такой.
на удочку. На ту, на которую мне писали лапша. Вот такой битый. Вот такой, ребят, амур. Ну что, с почином меня. Тоже уклейка, но более крупная. И брал аккуратненько, просто взял, приподнял, и не спеша, я реально думал, карась хороший. Есть у меня идея, ребят, снять видео именно по ловле амура на поплавочную удочку, целенаправленно. Но для этого нужно выбрать водоем, на котором это сделать. Потому что, ну, чтобы ловить, нужно, чтобы амур был. Смотрите, поклевочки были сейчас на живца дюбала. Оп, оп. Ребята, кто-то есть? Кто-то есть? Есть, 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 есть. На живца. Всадил кого-то. На живца. Есть, 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 есть. Вот этот, вот эта тема. Кто это? Щука? Щучка, щучка, ребят. Щучка на живца взяла. Хе-хе. Щучка на живца. Флюрик не перекусила. Как теперь достать его? Ну что, вот такая красавица. Отлично. Ох, 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 а это кто? На опарыша, ребят, на одного опарыша. Нифига себе давит. Смотрите, удочка. Офигеть, поднять не могу. Ага, карась подошел за попу. Он там есть, зашел. Вот так вот. Ну все интересней, интересней. Все интересней и интересней. Так, 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 так. Очень интересно. Иди сюда. Вот зараза, а. Просто уверен, что это карасевая поклевка, а это не карась. Ну давай, давай, давай. Ну карасевая же поклевка. Да, это он. Это он. Это он. Небольшой. Так, карасик, взаправду поймал, хороший, не огромный, ну отличный. Красивая поклевочка была, настоящая карасевая. Очень красивая. Тоже такая летняя. Так, вот это вот оно. Опа, есть, 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 ребятки. Есть кто-то, есть. Кто это? Кто это? Щучка, да? Еще одна щучка. Еще одна щучка. Зачет, мне нравится. Нету карася, так щуки наловим. Небольшой карандашик. Опа. Опа, иди сюда. Иди сюда.
Это же он. Это он. Хороший. Клюнул. Подходит. Редко. Не часто, но подходит. Хороший. Отлично, красиво, черненький. Ну что, ребятки, улов небольшой, но разнообразный. Для нового места тоже неплохо. Немножко аналитики по рыбалке. Да, было 6 поклевок на хищника. 2 реализовал, 1 срез. 3 мимо полностью. У меня тут товарищи ловят. Вдвоем сидят, по 2 фидера. Проверили много что. Рыбы нет под берегом и нет на глубине, нет на дальнике. Рыба вся где-то 2 метра от свала. Они отступают и там ловят. Там карасик есть. Под камышом нету и на дальнике нету. Вот так. Я не достаю. Я ловил перед началом свала. На ступеньке. На плато перед началом свала. Он иногда оттуда поднимался и клевал. Тем не менее, больше 2 десятков подлещиков с ладошку, десяток густерок, несколько плотвиц, ну, несколько карасиков, амурчик. Много было непонятных поклевок, когда видишь, вроде бы карасевая поклевка, мимо. То есть карасик заходил, он на прикормку поднимался, то есть прикормка сработала. Но он там был где-то в своем месте, и ему тут неинтересно было. Вот он иногда поднимется, клюнет, потасуется, уйдет. Поднимется, потасуется, клюнет, уйдет. Не задерживался. Тем не менее, прикормка сработала, его все-таки приманило, но удержать не смогла. Ну, это нормальная ситуация, когда у карася свои дела, когда есть место, где он постоянно обитает, живет или нерестится, или еще что-то делает. И на прикормке он только отходит, посмотреть, что там, и возвращается. Вот такая вот рыбалочка. К сожалению, удочкой не достал. Был бы фидер, было бы интереснее, как у ребят. Тем не менее, рыбалка была класс. Все было отлично. До новых встреч, друзья.